Начинать. Саша, у меня на голове вот тут нормально все, да? Друзья, да. Быстро скажу, что мы ролик пишем. Дима, я ролик пишу. Срочное что-то. Так, расслабились. Сейчас у меня, короче, я плохо вижу, но давайте, у меня там что, в глаз попало? Леся, лучше бы что-то попало в декольте, и ты весь ролик ковырялся. Давай, начинать. Давай. Быстрее начнем, быстрее закончим. Так, Саша, как мне сесть? А ты ложись. Представляешь, ролик будет, это мы лежим. From the old that come with love. Bye-bye. Прекрасно. Даже если не прекрасно, то будет прекрасно. Пишем. Угу. Сейчас. Подожди. И рисовала в своем баб. Да. Ну, как-то так. И я убеждена, дорогие девушки. Что-то у меня сегодня с дикцией не то. Это актуально сегодня. Что чем больше критериев содержит вас список, вас список, они уверены в себе и в своем выборе. Что-то я там наговорила, не то, что надо. Выбери. Такие мужчины мало, но и успехом своей избранницы. Кстати, только что был какой-то звук, я сбилась. Давай, наверное, вот отсюда. Кстати, всегда притягивает женщин. Мужчины с ростом ниже среднего обладают высокой сексуальностью, что, согласитесь, всегда притягивает женщин. Пауза. Все, я не могу. Они более верны своим избранницам. Верны, наверное. Верны, да, наверное, верны. Очень верны, да. Это чтобы не второй раз это все говорить. С любовью, Paradise Date. Отлично. Саша, сегодня просто как никогда. Я хотела концентрироваться, чтобы не забыть про кавычки, я забыла, что дальше. They don't show you. Ой, извини, а у меня волосинка упала. Я сижу, терплю, она. Можем записать по скрипту. Никогда не спрашивали эти девушку, настоящая ли у нее грудь. Myth number two. Myth number three. Сейчас. Так или так? А, давай с маникюром тогда, нормально. Myth number three. By saying a speech and... Я не могу, ну что такое? There is a protocol to... There is a protocol to drinking and toasting in Ukraine. Вот это я такую маленькую сказала, а потом как бы что это? The most current and frequently final toast на коня. Нет. Final toast. На коня. To the newlywed. Я просто сказала горько. Your mother... Хорошо, но этот звук... Девочки, что вы там творите? И на этот раз вы всерьез намерены поговорить о... Угу. Да, 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 сейчас, не выключай сейчас. Угу. О том, какое удовольствие вы получаете здесь, в поездке, находясь с ним рядом ежедневно. Забыла, сбилась. Вот так нормально? Да, так хорошо. От того, что вы можете разделить с ним, совместно сбилась. Совместно. Он получил эту информацию. Теперь его черед. Его ответ. Я, короче, тут запуталась, подожди. Угу. Он услышал. Получил эту информацию. Теперь его черед. Дайте еврею. Вы уже рассказали мужчине свои эмоции, настроение. Что ты там делаешь? Датчик, смотрю. О серьезности его я сбилась. Сейчас. Свадебное путешествие. А Катю было слышно? Ну, не... Что этому предложению девушка будет рада. Хорошо. Согласен? Если вы слишком погружены в мысли, а что же... Блин, не так. Угу. Да, все так. Угу. Ваш... Не так тут все. Пребывание рядом с любимым мужчиной. Угу. Не кивай сзади головой, ты меня забиваешь. А что дальше? В правильном ли направлении... Ваш мужчина может эти сигналы истанцевать. Пишем. Сейчас.
и даже не осмелится сделать вам предложение. Все. Все. Мы будем работать над вашей... Сбилась немножко. Еще раз, не надо концовку переписать? Нормально? Давай. Ну, было нормально. Давай еще разочек. Ваше счастье в ваших руках. Ну, в общем, наверное, тот кусок. Серьезно? Hello, everyone. Вот это очень сложное предложение. On the freedom, all those create festive mood. After that, then that. Сейчас у меня еще нет. See you next year. Не как дура. See you next year. Все хорошо, так надо. Да, все есть. Our male clients. So, the first... А можно ты паузу? Олесь, ты когда отвечаешь, это все-таки интервью, ты Кате больше отвечай. Иногда в камеру, не наоборот. Хорошо, а то Кате... Так я это все знаю. Пусть он рассказывает людям. Ladies, а... Я сбиваюсь. Ну что ты? Что ты? Спокойненько. Or do they really want to meet someone to live with? Подожди, ты не говоришь мне про Мани? Что про Мани? She will feel herself really behind her loving man. Thank you. Я нормально сказала? Отлично. Прекрасно. Я ведущий специалист и психолог в брачном агентстве Paradise Date. Я все забыла. Я вообще забыла. Ты забыла, кто ты? Кто ты, человек города в тумане? Кто ты? Раскрой свои мозговые грани. Мы слышим, как сейчас. Мы действительно сейчас. Как бы слышал. Я не знаю, я там свои ощущения как бы никакие не говорила после того, как я искупалась. Просто искупалась и все. Или сказать им, что типа... Можешь. А что, как будто я искупалась, а потом опять оделась, и мы тут записываем? Нет. Denken über Beziehungen mit deutschen Männern. Давай еще раз. Warum wählen so viele, лучше сказать. Украинская фрау, deutsche Männer. Ich sage nicht, я волнуюсь, что я ошибки буду любить. Bleibe ist die Anzahl. Einzelnen – это слово, которое я плохо выговариваю, и которое нельзя, блин, заменить. Потому что как ты заменишь слово single? Und für Familie Leben, Leben geschaffen. Сейчас мы первый сделаем, потом будет легче. Schwierigsten Sprache umzulernen. Ich liebe Deutsch. Mit Liebe, Svetlana Dzolle.com. Ой. Gefährlich sein kann. Молодец. Хорошо. Einsamkeit, извини. Rudi, Einsamkeit. Warum habe ich ganze deutsche Worte vergessen? Nicht nur Musi. Perfektes Fotos oder Schmetterlinge im Bauch. Последние это были бабочки в животе, если ты на всякий случай. I date в конце мая в Одессе. Сессия Диоли. Пальчик не отогнулся. Hello everyone, greetings from Ukraine City Tour. А, я забыла представиться. Боже, у меня дергается глаз. Ну что это такое? Просто какой-то кошмар. Чорман. Последнее предложение. Еще разок. Если взмахнул руками, так уже не держи. Зайчик. Отлично. Ира, ну хорошо же. Говоришь, что... А мне нет микрофона. Ну, мы же пробуем просто. Я просто говорю что-нибудь. Ten rules. Сорян. Катя, еще раз, приветливее. Приветливее. Ага, да, должно быть приветливее. Согласна, должно быть очень прям вообще френч должна быть. Рука у тебя... Тебе точно так удобно? Да. Да? А что, как-то колячно? Как-то да, вот так лучше, вот сильно нет. Be a man of action. Сори, сейчас оно пойдет. Просто сейчас нужно войти в состояние. Заводится. Сейчас. The first date is... Что это так криво? You just need to be handsome. Дальше что это? Хорошо, ну вода. Я тут так сыграла. Эмоционально. Не насилуйте помпу. Это слово десерт по-английски, оно так тупо звучит, это desert. Оно как на пустыню похоже, ее все время будут чем-то заменить. Leave the sweet aftertaste. Сейчас. Вот ты когда по пунктам, сложнее всего, чем это сплошной текст. Вот запоминать это. Особенно самое тупое, когда не можешь запомнить, ты же сам это написал. Хорошо. Это у меня звонит телефон. Зачем? Я могу все-таки выделить 5 основных причин. Я даже такое-то свежее слово сказала, да?
Видели, да, ну давай еще раз, чтобы не виделять. А дальше я текста не знаю. Камера работает? Да. Хорошо. Поэтому свой первый год я буду отмечать, когда Диоле исполнится 10 лет. Что бред я сказала? То есть он должен незаметно контролировать, чтобы... Еще раз этот вопрос. Мысль пропала. Расскажите мне еще какие-нибудь приятные, забавные случаи на свиданиях, в которых вы играли вот непосредственную роль. Тут что-то такое, процесс пошел в голове. Ничего. Он рассказывал, что... Саша, что ты смеешься? Мне смешно. Улыбайся. Саша, помада на зубах? Нету. And let's discuss our topic. Хорошо. Еще раз или еще раз? Не-не. Еще раз или еще раз? Дальше или еще раз? At the same time. Хорошо. Видишь, я подготовилась. Good morning. Доброе утро. Good afternoon. Добрый день. И получается, как в этом. Как знаешь, вот эти английские, которые слушают аудиокассеты. Я не пью водку. Блин, все знала, все помнила. Просто там имя такое дебильное, я на него все время спотыкаюсь. Джефф Безос. Джефф Безос основывается на собственных принципах и правилах. Чему тут остановилась? Главное не матюкаться, я помню это правило. Или дейтинговый сайт с мировой репутацией. Опять на этом имени. Джефф Безос. Почему, например, выявление скрытой потребности? Скрытой. Как писала, так похоже я все. Как так написала? Проанализируй. Мягче руки. Ля-ля-ля. Наверняка вы обратили внимание, я забыла на что. Какие же эти стандарты? Блин, ну почему тут осталось кусочек маленький? И более того, вы сами не уверены, приобрели. Первичного интервью. Хорошо. Да? Что, прям не пишем? Ну. Прекрасно. С кем ее даже не начинать? Была заинтересована в том... Ну, тут я сбилась, она там не была заинтересована. Ты знаешь, Саша, я еду вниз. Я просто сижу и чувствую, что я еду вниз, и это меня замечает. С массой... Каким же он должен быть? Голубоглазым блондином? Блондиной какой-то. Он стал у нас блондиной. Хорошо. Все прекрасно. Не уходи далеко. Угу. Не могу понять, что мне надо дальше говорить. Скажите, что будет? Раз-раз. Раз-раз. Два-два. If a gentleman starts discussing politics, Mr. Putin or whatever, how do you help him out? How? А кто я? Я. Слушай, ты там смеешься? Жарко, между прочим. У нас не открыто окно, может? Before 1 hour to the date. Можно так сказать, простите? Можно так сказать по-английски, да? Можно сказать, что я встречаюсь с клиентом еще заранее до свидания, потому что у нас нам столько всего нужно сделать. Угу. Накануне. Я сначала в гостинице сразу, мы знакомимся. И дальше уже, когда я вошла в доверие. Рекламировать себя. И он вошел в мое доверие. Мы уже продолжаем. Теперь это называется доверие. Вошел куда? В доверие. Это теперь называется доверие. А ты отчет клиентки, да, что как бы доверие вошел. Хорошо вошел. Доверено. Ирина, can you tell me a little bit more, how exactly does it work? How do you... Смотри на меня. Почему? Ну ты прям смотришь мне в лицо. Я буду смотреть тебе на ноги, можно? Смотрю, Саша, на носки. Ирина, can you tell me a little bit more about the process? How does it work exactly? Ну все, я не могу, это у меня сейчас истерическое, я уже не могу успокоиться. Да, сейчас, подожди. So, Ирина, can you tell me a little bit more about the process? How does exactly it work? Yes, usually I meet... Что такое? Я не смог сказать. Я уже забыла вообще даже о чем. Саша, отшлёпай Иру. Ничего себе.
в чьей ты роли будешь там в ипостаси? Преступление и наказание? Нет, ну мы ж не будем... Тогда Ире топор нужно выдать. Ну Ира не будет старухой процентщицей. У меня только 3. Ира только сделала фото омоложения лица, какая старуха. Будем делать сердечки или нет? Давайте делаем. Да. Вот так, да? Только чтобы это были сердечки. Окей, with love, the all that come team, let's make a heart. Oh yeah, we can do it. As a best dating coach at iDate Awards 2018. Хорошо. Нормально? Да, мне только кажется, не очень удачно ты сидишь, как будто тебе неудобно. Неудобно. Ты угадал. Starting from simple one, like, hey guy, так, hey guy, dude, хотела сказать. Мы вот стараемся, как санитары леса, с этим бороться. Не смущается санитары леса. Давай это уберем. Да. And I hope she will say yes. Ух ты, как мы четко. Perfect timing. It is a visit in heart. It is a visit in... It is a visit in heart of the city. Бля, сейчас. It is a visit in heart of the city and... Я не могу. With thin hands, big light eyes. To immortalize the victory memorials. Блядь, я ненавижу это предложение. Great idea. Можно отсюда, где also. Beautiful, hot, seductive Slavic women, but they have to get used to... Сказать, what the fuck? Так, пожалуйста, в обход, тут съемка идет. Ну, хоть хотя бы детей надо воспитывать. Давай дальше. Дальше стоим. Если идет съемка, худшее, что вы можете сделать, это пробежать мимо камеры с криками «Наташа». Светлана Муха from Dioli.com. Yeah. Леся, we made this. Давайте поговорим. Поговорили. И хватит. Начнем с того, что английский... Я не могу, но мне дует вот это вот все. Узами брака со славянкой. Хорошо, блядь, лока, у тебя перерезано было только что лицо напополам. А что вы мне не сказали раньше? Дождались, пока я все проговорила. Там не зашупариться не нужно на заднем фоне сейчас. Главное, чтобы он там не решил пописать. Не в англоговорящей стране. Блядство. Мы следим. Я забыла. Тен. Сейчас, сори. Мне прямо в рот заглянули просто. Синема. Волосина не мешает? Микрофон упали волосы. Бляха, муха. Я ж не матюкаюсь на видео, потом это все попадает непонятно куда. Все. Боулинг. Сори, я так сказала. Боулинг. Бинго. Dance lesson. Ой, все. Тра-та-та. Так, ветер начинается. Ну вот нахрена же. There can be... почему я тут сбиваюсь? Я не могу понять, почему. То ли лошадь меня на том плане сбивает, то ли хрен их поймешь. Волосы, да, у меня уже полезли. And any funny activity. Блядь. Сори. Я не матюкаюсь больше на камеру никогда. Все смотрят ролики мужики. Все мужики комментируют и пишут, что я говорю глупости. Вот, Саша, ты как мужчина, скажи мне, глупости я говорю или через раз? Нет, я думаю, что... Через раз? Да, нет. Распространенный стереотип. На этом не закончу. Главное, в шлеме. Что я, Саша, пишу одним предложением, ты видишь? Что-то я сказала предложение и замолчала, сказала предложение и замолчала. Ну, куда это годится? Today I would like to share with you four principles of work. Principles, извини. Hello everyone, greetings from Хака. Какие коварные цели мы преследуем. Присаживайтесь, слушайте. Ну, присаживайтесь, слушайте не будем. Пользуйтесь, заходите, читайте. У меня отвалилась эта штука. Я сразу так пум. Ну, с хвостом некрасиво, с хвостом смотришься как лысый. Когда готовилась к свиданию. Меня кто-то укусил. Сейчас, подожди, сейчас пусть пройдут, меня все смущают.
А тут сейчас собаки еще, понимаешь, устроили драку. Кто-то тут по мне ползает. Прекрасно. Паузу. Что же ждут такие девушки от мужчин-иностранцев? Путевку? Безусловно. Причем так ребенок кричит на надрыве, так прям. Это тревожность. Забыла. Ну, это, кстати, это может баба может и работать, и такое может быть, вот правда. Когда вы работаете, и вы... И все. Paradise date. Good. To wear an appropriate formal... Бляха-муха так хорошо начала. To be ideal for it. Еще раз. Еще? With love. Алена тут. Алена тут ком. На первом нашем с вами знакомстве. Давайте еще раз. Тебя мальчик смутил? Action. Я всегда хотела это сказать. Еще вот так надо сделать. Ну, потому что вот. Средний такой body type. Ой, поезд. Саш, тебя не снесет паровозик? Элите пищевой цепочки? Тогда да. Нет, это не надо говорить. Что, значит, ты меня спрашиваешь? Да. Давай. Сейчас потешу. Есть такая поговорка. Ой, приходите в гости. Paradise date. Дорогие девушки, приходите к нам в гости, мы будем рады. У нас вкусные капучино в офисе. А ты говоришь, с любовью Paradise date. Hello everyone. Greetings. Сейчас еще раз. Можно мне листик? But Mr. Richardson was very strict. Strict. Началась. Я нормально улыбаюсь, я хороший стал наградом. She used to teach at the university for 10 years. This, the another lady. Бляха, почему second? Another. Я ж не матюкаюсь. Photos to attract traffic. Yeah. We never really. Давай еще раз. Так круто ты пишешь, чего ты? Правда все хорошо, Саша, хорошо? Прям хорошо. Как здрасте. Катя, вот ты маленькая, не показывала вам ее видео, а было бы пикантно. Мистер Ричардсон. Мистер Ричардсон и мистер Робинсон. It was the fourth date. Fourth? But we were very surprised because lady never came. Катя, она так думала. Она так и не кончила. Просто с Катей репетировали, у нее каждый раз бедная эта леди не кончала. To the date? She didn't arrive, скажи, to the arrived, date. Arrived. She never arrived. Я говорю, что нас доклюют, потому что скажут, что как это вы критикуете клиента, потому что он пошел с клиенткой на свидание, и она не кончила.